Ну что ж, друзья, сразу бой. А, заметил меня, гаденыш. Ладно, сюда эту штуку выкидываем с вами. По-моему, кто-то умер. Вон, смотрите, идет. Так, лови раз. А нам здесь патрончики надо забрать. По-моему, они меня увидели. Нет, точнее, увидел вот этот. Хотя, он должен был уже кинуться сюда, в эту сторону. Так, второй готов. Ну, точнее, уже технически третий. Над автобусом. Ух ты ж. Да, многовато будет их. Твою мать. Убит. Так, смогу я там сварганить? Нет, 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 не стоит, не стоит, не стоит, не стоит! Так, а где другой? Ага, вот их двое здесь. Дайте быстро посмотрю, можно ли... Да, можно. Твою дивизию, а? Не успел. Так, здесь захват у нас. Ну что, давай, стреляй, стреляй. Давай. Здорово. И тебе мозги вышибить. Вот так вот. Ну что скажете, друзья? По-моему, это все. Либо так. Еще где-то один остался. Да, это был последний. Ты как последний, там? Друзья. Ага, вроде нормально. Вот и хорошо, валим к чертовой матери. Смотри, ну ничего, так разборка была здесь. Ценное. Слушаюсь. Много их было. Ну, в общем, думается мне, друзья, что сейчас какое-то время мы не с зомби будем возиться, а именно с бандитами. Ну не все же время с зомби, правильно? С бандитами тоже интересно. Вон, смотрите, они могут тоже захваты производить, прицельно стрелять и... делать тому подобные вещи. Так. Вот здесь мимо полок еще, мне кажется, следует пробежать. А, проверить. Может также в куче мусора что-нибудь валяться. А, вот, смотрите, сейчас мы съедим и не нужно будет использовать аптечку. В общем, револьвер неплох, явно. Но самое главное, прицельно стрелять в голову. И тогда успех обеспечен. Сейчас посветим да, здесь. Да уж, обратно мы не пойдем. О, гляньте, как много всего здесь. Так, и тут. Ну, похоже, ничего нет. Ящики не выдвигаются. Давайте на улицу сейчас посмотрим. Что нам там Элли предложит? А, вот сюда пройти. Ну, пошли. Давай. Ладно, Лис. Поищи что-нибудь, чем можно подпереть. О, столько всего интересного. Элли! Да. Ну, давай! Так, держу, держу, держу! Смотри! Ух! Ну, это трупики у нас. Кто это? Охотники. На их месте могли быть мы. Запросто причем. Инструменты надо второго же. Уровня. Сколько людей здесь погибло. Надо было разворачивать машину и валить. Дымовая бомба. При срабатывании происходит взрыв, оглушающий врагов. Дым ослепляет врагов, не давая им стрелять. Ну, в общем, мы выжили. Из ловушек всяких самое оно выбираться. Уходим отсюда. Так, не пойму, тут что-то есть? Нет. Пусто. В этом. Ну, в этом должно было что-нибудь находиться.
Дымовухи можно сделать. Давайте сделаем еще одну дымовуху. И, наверное... три ножа у нас. Давайте вот так вот. Еще одну такую. И несколько молотовых. Аптечки у нас три. Круто. Ну и все, по новой тогда начинаем собирать эти ингредиенты. Сейчас прочтем попавшуюся записку. Имущество туристов. Пожалуйста. Каждодневные записи. 8-е, ничего, все гоняются за этой психопаткой. Ужас-то какой. Так, ну что, Элли, что скажешь? Слушайте, может тут верстак где-то и найдется, потому что нам все-таки дали инструменты соответствующие. Будем надеяться, что в ближайшее время мы сможем до него добраться. Я про верстак. Ты о чем? Насчет засады. Я был по обе стороны баррикад. Ой. Значит, ты убивал невинных людей? Ну, значит, да. Понимай, как хочешь. Похоже, здесь эти козлы спят. То есть спали. Аптечки улучшены. Их эффективность увеличена на 33%. На треть. Это вот был сам попавшийся вот этот справочник. Так, слушайте, по-моему, здесь ничего опять не пропустил. Какую дверь пойти? Влево, либо вправо. Ну, давайте сюда. С этой двери начну, пожалуй. О! Вот он и верстак. Великолепно. Так. Сейчас поглядим, что мы с вами можем улучшить. Так. Эх, немножко не хватает. Для чехла. Ну что же. Скорострельность дробовика. Емкость. Давайте емкость прокачаем. Давайте прокачаем скорострельность. Здесь также уменьшим отдачу, пожалуй. И скорость... Сейчас, секундочку, посмотрю здесь на пистолете, что еще можно. Скорость перезарядки. Вот сюда давайте, на револьвер. То, что надо. Неплохо. Эх. Можно было здесь взять... И сделать чехол. Но тогда до следующего раза. В общем-то, уверен, что у нас получится его сделать. Но надо отметить, что и сейчас мы с вами не такие уж и бесполезные улучшения сделали. Поэтому, в общем-то, можно в этом случае сказать, что не делается все к лучшему. Фух, мне показалось, они не зараженные. Неважно, пошли отсюда. Вот мост. По нему мы выберемся отсюда. Элли, не спеши. Подожди меня. Ну чего тебе? Я здесь. Давай я пойду первым. И не шуми. Ладно. Кстати говоря, а что насчет улучшений здесь? Дальность слуха. Давайте прокачивать. Я могу свистеть. Научилась-таки. Ну вот. Теперь будешь меня доставать. Элли! Я вроде нашел твои любимые комиксы. Надо вот ей отдать.
Сейчас посмотрим, здесь, может быть, в районе водительского сидения могло бы что-то найтись. Пусто. Соответственно, сделать здесь больше нечего. Выходим. Элли, где ты? Они умерли от жажды, скорее всего. Да, многих это событие сделало несчастными. Кому-то удалось выжить, но от этого жизнь их не стала легче. Не знаю. Элли, пригнись. Ты стрелять вообще умеешь? Прячемся! Да иди ты. Ты же все пули в молоко всадил. Лучше в тебя. Ну ладно, ладно. Промазал, бывает. Хочешь, потренирую тебя в тире? Да ну тебя. Так, ну что, поработаем? Да, не делись. Должны быть здесь. Они на повороте шоссе. Не удивлюсь, если у них там еще туристы. Хорошее местечко. Везет же им. Это что, у нас главный какой-то? Чем тут можно поживиться? Окружай его! Так, готов. Держу! Убит. Ну и последний остался. Сменим руку. Давай, давай, золотой. Попаду? Попал. Оу, oh, yeah! Ну а теперь надо побегать здесь, тоже посмотреть всевозможные материалы. Тут ничего, это кирпич, который нам, пожалуй, не пригодится. Есть что-нибудь еще интересное? Ах, жаль. Вроде бы и машин много. Но тут ничего нет. Из трупов тоже, к сожалению, ничего не выпало. Ну, я думаю, дальше найдем что-нибудь интересное. Ну и так же, как они сейчас на машину, на автобус и туда дальше через этот, надо полагать, блокпост. КПП. Контрольно-пропускной пункт. А мост ведь далеко. Дойдем. Так, слушайте, а туда можно как-то забраться? Нет, там ничего нет. КПП без солдат. Сейчас в большинстве зон так. Это уже давно заброшено. О, детальки. Отдавайте паёк. А это у нас записка о потерянной высоте. Эти гнилые отродья червивого дерьма выбили нас с высоты трое и даже ухитрились спереть один из минометов. У нас попросту не было шансов. Теперь эти гады держат под контролем всю реку. При отступлении мы потеряли половину отделения. Молю бога, чтобы Джереми и Пэм остались живы. Они попали в окружение на том берегу. Перестаньте кормить нас ложью. Дайте нам пайки. Почему им не давали еду? Иногда еда заканчивалась. Хотя чаще ее просто не выдавали. В Бостоне такого никогда не было. Но в других местах сплошь и рядом. Каким-то образом она их слышит. Главное, пока мы не уйдем отсюда, говори потише. Ясно. Так, там трое справа. Обалдеть. Слушайте, что-то их многовато. Нам было одно дивизия, плющая, как черт. А уж какая верткая. Мы там всех перестреляли за пару минут, а за этим шилом в заднице гонялись часов пять. Да, иногда приходится отрабатывать свои деньги. Точно. Мы уже почти закончили. И тут она начала стрелять. Эта дура могла уйти, но нет. В итоге двое ребят ее отвлекли, а я взял в прицел ее симпатичную головку и бам! И все. Черт, может, стоило прихватить ее с собой, переманить к нам?
Не вариант. Она бы нам всем глотки во сне перерезала. Так, смотрим, как они собираются рассредотачиваться. Так, он случаем куда идет? Так, а тот? Ух, слава богу, они все в другую сторону пошли. Но здесь нож. Быстренько используем и отбегаем. Отбегаем с этого места. Сейчас дайте поглядеть. Так, один возвращается, по-моему, либо уходит. Уходит. Сейчас мы до другого доберемся. В общем, если вы успели заметить, здесь в этом секторе, по крайней мере, их трое всего. Есть возможность тихо с ними разобраться. Так, проверяем. Удостовериться нужно в том, что... Да, отлично. Тут куда он смотрит, вопрос, да? Так, захват и удушение. Сэкономим ножи. Так, нож сэкономили. Это здорово. Давайте за следующим. Ой-ой-ой-ой. Нет, мне кажется, нужно обойти сейчас и будем заходить с другой стороны. Будем заходить к нему за спину. Так, вот он, голубчик. Сейчас попадется к нам в лапы. О, да. Request at Impache. Вот тебе и ничего себе. Так, момент. На первом у нас есть кто-то? Наверняка там кто-то есть, тем более мы с вами видели. Так, пробежаться туда сейчас. Посмотри, смотрите, какие у них тут тачки стоят, между прочим, неплохие. Так, слушайте, а вдруг там кто-то еще есть? Да нет, вроде бы это все. Так, сейчас пробежимся. Это их автобус, смотрите, на каком они гоняли. Заколотили окна, чтобы через них нельзя было пробраться. Ну что же, давайте с вами попытаемся проникнуть внутрь. Так, трое ничего не подозревающих. Ну хорошо, что мы их с вами не спугнули стрельбой. Босс новый, трёп старый. Он говорит, у нас теперь достаточно людей. Можно расширять периметр. Эй, ты видел? Вон там! Красиво получилось. Вроде бы чисто. Так, точно чисто? Вот, блин. Должно быть чисто, друзья. Они не успели издать много звуков. Мы с вами, тем более... Есть. Так что мы сейчас с вами идем на охоту. Так, золотой. Конец тебе. Так, как это возможно? Девчонка пробежала, может быть, он просто привык, что перед ним люди могут проходить. Так, смогу ли я в захват его взять, как думаете? Нет, так что будем атаковать. Вот сейчас можно было, конечно, в захват взять. Ну ладно, нанесли удар, так нанесли. И берем его теперь биту.